На кирку. Скидывай. В ногах. Сейчас. Все, сейчас пойдет все нахуй. Башит нахуй этих даун. Слушай, а мы вот здесь топаем, нас сверху слышно же, да? Сверху не знаю, но сверху всех слышим мы. Мне кажется, вот здесь я буду бить, если я поднялся, уже точно будет. Что? Точно слышно, как вы стармали. Реально можно безопасно выфармливать. Ну, относительно. Получше, чем, блядь. Да, да, вся пещера в этих камнях вообще. Камней 10 здесь точно спавнится. Тёма, я сейчас сформил камень, сформил другой, который слева, и потом повернулся, там новый появился. Ну вот, тем более. В принципе, я могу здесь выйти на перерез, пофармить еще. Есть... А, есть кирка, да. Ну, смотри сам, давай. Так. А нужно срочно скраб на второй верс. И это. У нас уже хотя бы хата застроена, вот это, в принципе, окей. У нас, в принципе, хата готова уже по одной двери, но она, типа, в полстенках, считай, пещерных. Он мягкий. Как там твоя шиншилла пробивает? Всё. Тёмыч. А? Как шиншилла поживает? Да, отлично, вроде живет. Так он с тобой? Секун этот смердячий. Он нет, сейчас не со мной. А, дома? У родителей? В смысле... Да, ну да, надо было тревог... Чё? А это, он с тем, с рыжим не пиздится? Не, он здесь один же. Ну ничего, мы нижний этаж в МВК апнем просто, вот эти 4 квадрата. 3 даже. Или 4. 3. Раз, два, три. И все. Здесь что-нибудь придумаем. Пойдем. А, бля, у меня голод. Нихуя себе, я сейчас кильнусь. Шкафчик бы еще бы сделать. Там, короче, слышишь, который тебя убил, я говорю, их трое было. Да, я понял уже, да, я видел, когда серый сел, я увидел, что их трое. Да, да. То есть там без шансов вообще. И у одного из них был ган. А, серьезно? Да, да. Че, они когда наверх побежали, они начали с гана уже лупасить по кому-то. Че там, берда или что-то? И не услышал, ну в смысле я не это, не стал разбираться по звуку. Для меня еще сложновато привыкать к этому. Ты сейчас тут? А, вот уже здесь. Да. Еще металл. Сейчас придем, она опять заспавнится, то есть фарму она дает. Неплохо так. Да, топвика вообще на ровном месте. Шапка с этих кепок. 50, да. Здесь у нас сосед живет слева от этой.
Смотри, вот сюда покажу сейчас. Вот сюда. Вот тут сосед. Прям. Там хата такая большая. А, вон она, блядь. Не туда показал. Вон она. Ну, надо медведя убить, а медведя вижу. Бома надо. У меня топорик есть, если что. Ну, обычный. Ну, обычный киркой лучше добывать, чем топорик. Тогда добывай киркой. А тут оленя три штуки, но они костлявые. Сюда медведь ушел. Бля, тут ящик нахуй. Да вон он топает. Бля, еще зеленый ящик. Слышишь уже, да? Прямо тип. Пал? Сдох. Аптечка. Что, медведя-то заберем? Чем он? С чем-то уже. Да что ж такое, блядь? Попал нахуй. Че так крана начал в него стрелять? Не хотел его. Там бомж слева, а? Он, кстати, сейчас ящик залетает, убей его. О, чувачок у меня. Блять. Я пытаюсь забайтить. Подожди. Я убайчу. Так. Он за тобой побежал? Нет, я с ним стреляюсь. Дал хит мне. Тихо. А, вон он, далеко. У меня братик лагает. Его херачит, иди сюда. Не, ты его убил. Я понимаю. А, я лежу, понял. Я лежу. А все, там они сейчас прибегут и спрячься в куст. Его убили, да? А? Его убили? Его убили типы, да, с ганами, с нормальными уже. Двое их же, это, в хазматах черных. Я сейчас убью тоже. Они мимо меня прибежали, там три человека бегут на честные. Да. Оббеги. Да, я пытаюсь. Я сдох. Они прям на честные бегут, да? Угу. У меня спальня тут недалеко. Я надеюсь, что не вокруг они бегут. Они прям по прямую на честные похуяли. А, ну все. Там Берда, два томика вроде.
Да, 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 да. Он сейчас лутает, бля, быстрее сюда иди. Иду, иду. Ты впервые меня добежишь. Пешку интересно обчистили, нашли точнее. Это вроде рейд был, брат. Ты проверял? Нет, я только пришел. Ну я показал, это пешка, в смысле ревик, это пешка. Пойдем в сторону. Да, нету, нету ревика. Или пешки, пешки, пешки. Их. Бля, у меня на перераб тут как бы есть немножко. Блять. О, тип, тип, тип. Казмати. Ты попал в него? А, да он, блядь, убежал. Догоним его, нет? Ну не, наверное, лучше не надо. Далеко, далеко, да. И сзади еще один тоже. Бомжей куча. Одетых. А мне стрел нету. Вот он из этого дома вот сколько уходит. Мне стрел мало есть у тебя или нету? Шесть штук. Да не надо. Попробуем перемолотиться. Ну, сейчас скинем лес и попробуем перемолотиться, наверное, да? Что это значит? Можно? Я скину в тот дом, который сверху. Да, давай, пошли забежим в тот. Сколько бичей на чеснок? Там что, радиация не работает? А, поэтому параша. Че? Заправки зеленый стоит. Че, мы на перераб туда идем? Да. Мы сейчас лес скинем с медведя. Тут еще один медведь. Мне стрел, стрел не хватит. О. А, все. Шуганули. Если надо, видишь, предельно аккуратными быть. В таком онлайне, что ладно бичи, типа, хер с ними. Согласен. А когда вот такие типочки, тебе сразу начинают в спину заходить, там еще вдобавок на выстрелы там, да, этого надо... этой пешки, тут надо типов убивать и сразу это уебывание делать. Блядь, есть дерево? Я... хп сколько? Нету дерева, братан. Нету дерева. У тебя сколько хп? 70. А? 70. Завязай аптечку. Да пусть будет, если что, встану. Так, ну бля, мясо бы скинуть куда-нибудь, я хуй знает. Дерева нету. У меня есть топорик, я могу выйти подрубить. Давай чисто 100 дерева хотя бы на камешек, нахуй. Да, давай. Микросхема. Открывай. Чисто на каменный ящик, чтобы засейвить мясо. А то вниз долго. Понял, я понял. Пиздец. Умный переключатель даже имеется. Ебать в рот нас. Тут запрыг, блядь. Кинул шкаф. А, надо же еще стрелы, надо еще дерево тогда. Блять, пойду, покороче. Отпусти меня, пойду еще дерево набью. Камень взял?
Кого взял? Камень, камень взял. Камня у меня нету. Так, все, погнали перемалываться нахуй. Камень есть у тебя? Да, чуть-чуть возьму. Потихоньку. Давай, сейчас стрелы хоть сделаем. Так, давай, я тебе половину дерева, ты мне половину камня. Еще бы пику точеную сделать. Ой-ой, там чувачки, пизда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они в этой с ганами, по-моему, с черным этом, хазмате. Дядя, можешь как-то успеть слутать этот зеленый? Да? Еще челок бежит он. Да, видно. К ним. Все, не слутали. Пойдем тогда обратно, куда? Может там типа локдаун начнем. Дядя, нам бы хотя бы сейчас питон этот быстренько изучить, затрафиться. Да, второй верс питон вообще топ. С питона может и так разносить. Че за типчик спит? Блять, что так пугаешь? О, чувачок пройдет, смотри. С киркой фармила. Ах ты сука. Вот он мансер жесткий. Там в спину двое типов бегут. Одетые. Те самые, да? Да. Надеюсь, они на выстрелы забайтятся. Ой, у него ресы были, из краба. Ну, лутаю, отходи сюда срочно. Куда, отходи. Куда? Ко мне, на меня. Я понизу буду. Да, они на спину дышат, в смысле, прям вплотную. Хуёво. Тут еще тип волчанки. Я в сторону. Я, короче, на честные побежал. Бля, вижу типа волчанки. Он с луком, надо его убить. Давай. Он попадает по мне, стреляй в него. Бля, ты что, не можешь? Ай-яй-яй. Я не могу попасть. Да не угорай! Ты, блядь, что за хуйня? Подними. Да, блядь. Я с лука вообще разучился, блядь. Быстро. Ой, у него тоже дохуя ресов. Лутай, пошли переработаемся. Или вообще домой лучше побежать. Скинуться, а потом пойти переработаться. Да, лучше так сделать, братан. Надо как-то в пещеру забежать. Нам надо срочно в пещеру. Сетсы позабрать. Бать у него ресов, да. Да, да хуя было, пиздец, с того. У меня уже сотка скрапа на мне. А тут лучников бегает, да хуя. Я ж охуел. Цена до ткани? У меня есть чуть-чуть, я захитился. Смотри сам. Ну что, у меня хп-то нету. Бля, ну с лука, по-моему, мы разучились вообще играть. Чё-то не особо, да. Я помню, как я раньше с лука вообще нормально играл, типа, блядь, лучше, чем с арбика залетало. А сейчас, блядь, лук берешь, ебать. Лучше арбик взять, там. Да у арбика и урона больше, арбик вижен. Бля, они до сих пор там бегают, долбоебы. Сука, ну сейчас мы переработаемся, мы очко выебем. 100%. Сейчас надо момент поймать какой-нибудь для перераба, я не знаю. Может ночью на честные, типа, так же. Никого, видишь, не было. Или сверху закинем, а там места нет. Не, мы туда не закинем, но. Ты правильно? Да, куда ты побежал? В смысле? А, ты вниз побежал. А что, не резцы не зафармим сразу? Да у меня фуловый, мне куда фармить.
Бля, надо было мне кирку скинуть. Тут ебать фарма нахуй камней. Давай кружок сделаем один. Круг почета вот этот. Потому что нам на дом, на отстройку здесь нормально будет камня. Вот еще камни, ебать. Давай я сделаю кружок, короче, этот. Блять. Да, ресов пиздец. Нормально. Компунчосов. Можно мясо пожарить хоть хотя бы по одному кусочку. А было мясо? Металл нафармился, да? На этого, на чпирекался. Дерева, да, не хватает. И кирку дай мне, я пройдусь. А, вижу, все. Да давай вместе пройдемся, ты сверху, я снизу. А? Давай вместе пройдемся, ты сверху, я снизу, быстренько зафармим. Я сначала поднимусь, наверное, наверх, заберу с дома, там рез медведя этого ебаного. Да, иди домой, а я зафармлю здесь, да и все. Ебать, тут камень нам этот нужен еще как. Да ты уебался? Нет. Я сейчас камень добывал. Нет, нет. Не есть кто-то здесь посторонний с арбалетом. Ты где находишься сейчас? Там же, где мы встречаемся обычно. А-а-а. Тихо. На камеру. Но они нас ждать будут, это факт. Да, они слышат нас. Бери фонарь. Слышишь? Ждем. Бать, он хазмат, у него мощный, конечно. Чем ты не попал? Нет. Он бы лег сейчас. Мне хит дали. Сейчас упаду. Один умер. Упал, подними меня. Контроль сразу. Выруби фонарь. Да, я попробую подбайтить. Бля! Убегай. Трое бежит. Бесполезно. Это русский, да, он. Это те же самые, которые тебя тогда убили. А, их четверо. Сколько? Их четверо. Двое за тобой пробежало, один меня лутает, переодевается. А второй сверху, еще один. Четвертый, точнее. Их четыре чела, блядь, братан. Хуёво, чё я могу сказать. Они к нам бегут проверять пещеру за тобой. Ну вот, видимо, проверили. Да пусть что хотят, то делают. А он ебаный. Пидоры конченые. Ебать их дохуя. Да, их пиздец как много. Хавки нет у нас, да? А, нет, есть. Есть, есть. По одному миску разделим, похаваем. Давай сейчас крафчу костер. Или ты крафтишь? Нет, не крафчу.
Че, металл еще возобновишь, чтоб печка жарила. Наплавила она хорошо яично. Для так начала. Что ты хочешь? Ты что хочешь, я не пойму. А, но они еще будут поджидать пока первое время, я думаю. Ну, первое время, да, они будут дрочить на мост. Сейчас они подрочат, конечно. Интересно, а турели можно в пещере ставить? Да. Нужно зарядить аккумулятора. Сначала, чтобы их ставить. Тут только получается генератор использовать. Нет, почему? Можно аккум зарядить от панели там или от чего-то еще. Понял? Так, я хилюсь, короче. Ты знаешь, где они живут? Да, в какой стороне, я знаю. В сторону У-15, куда? Заправки дрочат. Так, ну чё, идем перерабатываться и на эту хуйню. Сейчас резность в доме тут посмотрю. Что там? Сейчас 20 мяска вниз принесу, чтобы мы могли хилиться, если что. Давай, пойду камень это с фарла. Их нету, да, там? Нету, нету. Ну, вроде нет. Я с того входа еще не... Да похуй, даже если есть, в принципе. Дерево рубит. Они вот эти челы, вот, у них ган уже какой-то есть. Они вчетвером бегают, это, видимо, с клана какого-то. Да, я ну, или, знаешь, не клана, просто играют вчетвером. Они вчетвером. Да. Они, видишь, они прям вчетвером играют, прям вчетвером, то есть они не разлучаются даже. Они вот как бегали вчетвером, так и бегают. Да, ну, правильно, чё. Почему бы нет? Я думал, еще у пещеры два выхода, а не один. Так, а стрелы есть? Стрелы нет? Дерева, наверное, нету, да? Там мясо сожри под костром, отхилься. В большом ящике. Так, а чё мы идем перерабатываться? А? Идем
пойдем их перерабатывать? Блять, заебали стрелять, сука, блять, в уши прям. Я тебя убавил, ты стал тихо разговаривать, короче. Пойдем перерабатывать. Сейчас прибавлю. Да? Ну, не сейчас, я думаю, только. Ты слышишь, что там происходит? Я тогда пойду просто... неохота отдать все ресы просто и все. Давай тогда пойдем просто попробуем что-то сделать. Да, просто пойдем, сейчас я зафармлю. И как бы сейчас тоже дело дельное делаю. Это тут камни уже меняются, в смысле, по кругу. У нас труб нихуя нету, вот чё, минус. Да-да-да. Чисто шахтёр. Как там можно вторую дверь уже воткнуть? Может, воткнём? Да дерево не ждём, блядь. Вообще смысл? Так его хватает. Нам только сделать это. Блядь, заебал ты нахуй. Что, двойную ставим сюда же? Конечно, это гаражка все. Потолки смысла нету, да, ставить? Нету. Стена не ставится. Потому что у тебя дерева не хватает. А, сейчас возьму. Че, крафтить железку? В смысле, ну стена не ставится. Сколько ей надо этого дерева? Сколько ей надо, блядь, вот не ставится. Ну дай мне скинь, если не ставится, даже ставится. Дверь железку доставим. Дерево где? Чего? А. Да, ну неплохо так приносит пещера по ресам, по. Ну, ресам, в смысле. Вот прошелся маленький круг, и ресов как бы хватает вообще. Надо вторую печку ставить. О, поставилось, да? Что ты взял, чтобы для того, чтобы поставить, скажи? 50 дерева. Апни ее. А, 50 надо было. И разверни. Нет. Нет. Почему? Что нет? Нет. Разверни. А, или, а что, чтобы она здесь была внешняя? Да. Да, в натуре. Так, этого надо было тоже, чтобы она была здесь, да, внешняя. Это похуй, тут стена. А тут можно пройти. Можно новичку вообще сделать. Прямо здесь в углу. Ну как вариант, посмотрим. Побежали. Так, что мыслим там? Нам надо дерево набить вообще в идеале. Топориков много, давай возьмем по топорику. Попробуем без кирки, просто дерево. Нам фармить-то уже не надо, в принципе. Ну нам нужно скраб. Нужно скраб, пиздец как. А, мы вдвоем не поднимемся, братан. Поднимайся потом, я. Какая разница? Скраб нужен жестко. Скрэпс? Вообще пиздец. Вот здесь бы еще бы, знаешь, перерабы поставить в пещере. О, да это был бы вообще пиздец. Прям вот внизу, вот в этом, где мы поднимаемся. Заправка такая палевная по перерабу, конечно. Тогда видишь, за лутыши постоянно приходят. Ну и бомжи там сидят нон-стоп. Бомжи нон-стопом, да. Типы залутанные. У меня в том доме есть бензопила. Там бы она очень пригодилась. Ну, когда ган сделаем. Ну да, да.
О, уже опять фарм появился. То есть, ну, зато плюс, у нас с фармом здесь проблем не будет, как бы. С камнями, да. Проблем не будет. Тебе, да? Мне тоже тихо. Короче, пофармим пока дерево, не знаю, если там есть валик. Я попробую скраб набить. Блять, а типу нахуй дал, блять, два хита, сука, одетого в арбалете, блять. Он убежал, блять. Блять, нет, далеко, сука, уже. Там еще типочки идут сразу же. С меня зажмут, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой, как больно, нахуй. Меня опять убили. Бля, ну с конченным деревом пиздец проблемы, нахуй. Дай мне топор. А, тут два чувака, слышишь, на это. Я знаю, они за мной гонятся. Три чувака. Я знаю. Ха-ха. А? Ко мне бегут. Тебе? Возле меня бегают. Возле пещеры дрочат. В сторону очистных вроде побежали. А, они побежали, да, в пещеру? Шары дожали чисто меня. Это их кореш, походу, был. Maybe это те же самые. Да, скорее всего. А мы еще тут бегаем, дрочит. Слушай, а здесь что, в обратку не забраться, а с этого? Со второго выхода. Входа. А, забраться. Забраться. Или нет? Там лестницы есть сбоку, там. Каменные такие. Понял? Да, нашел. Да, какие-то каменные, какие-то эти. Наумов. Че? Нихуя себе. Да, у нас сейчас темнеет. Нам сейчас ночью в идеале, конечно, побежать на честные и переработать сразу все. Да, я только такой вариант вижу. Ну, я хер знает, да вроде нормально. Я же еще тогда поднял с этого типа. Ты
Ты там что на заправке делаешь? Пытаюсь скраб сутать какой-то. Хотя бы потихо. Я попробую хотя бы потихо дерево набить. А вон они эти типы. Поднимает своего скопидорасно. Они вдвоем против одного были. Он одного положил, а второй добил. А вон еще один. Да им сейчас пиздят, там планы сейчас. Вот это шары. Это вот они, которые нас убивали. Да, если что. Они стреляются почему-то только под домом, блядь. Они там живут, да? Да. Вон они, ебать их там. Они не в мою сторону бегут? Я не знаю, немножко. Я не шарю. А, тут в онлайн ближайший дом наш. Что, ты набил дерево, получилось? Да, 1600. Но у меня нету этого факела, блять. Я сейчас побегу. А все, у меня появился. Блять, тут фарма опять пиздец. Хоть жопой жуй, в смысле. Блять, если не дай бог они сейчас на честные побегут, ебаный в рот. Ну не они, так другие даунами бегут. А че я беру? Деревце скинул в шкафчик, дай-ка. Вторую бы печку поставить. Да ладно. Побежали. Это на честных, слышишь? Они побегут обратно через заправку стопудово. Блять. А нитки-то не стал брать, да? Возьми. Все, да, брать? Да. Это ты сейчас прыгнул по дереву? Нет, я не прыгал. Ну, он опускается ко мне, ведро. Ну, ебать, здесь оно лифт называется, нахуй.
Хуй знает, какие шансы у нас выжить, конечно, блядь, на перерабе на этом. На какой бежим перераб? Да на честней погнали, что-то мне кажется, там сейчас все затихнет, и будет нормально. Ну, если нет, то... Что-то на заправке слишком часто нужно, чаще, чем на честней. Вот сейчас, допустим... Да, ночью бомжи. Ночью. Давай, стой, давай я вперед побегу на перераб. Мне не так обидно умереть. Блять, у меня факела нету. Мне на самом деле тоже плохо, потому что много леса. Ну не так много, да. Но они все равно нам нужны, блять. Сколько там скрапа-то выйдет? Да, дай бог, сотка бы вышла. А, настолько мало? Видишь, там надо ганы и военные туннели ебашить. Эти типочки-то на военных туннелях стопудово лутаются. Чё лучше, серый? Где домик, нахуй? Где чё, СМК, блядь? Сука, бомжи, блядь. Хм. Байтов трупов, ну вот они стреляли. Вообще-то работает, серый.